Кубинцы открыли дверь казахстанским боксерам на мировую арену. В Караганде проходит международный уже 30-й по счету турнир по боксу памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. Сегодня нашу студию посетил сын Галыма Жарылгапова Нургазы и олимпийский чемпион кубинец Ромеро Майкрос. Чемпион мира и Олимпийских игр Ромеро Майкрос уже не первый раз в Караганде. В 99-м году он принимал участие в качестве действующего боксера в турнире памяти Галыма Жарылгапова. Сейчас кубинский боксер приехал в наш город в качестве тренера. В коротком разговоре зарубежный специалист лестно отозвался об уровне бокса в нашем городе и стране, а также отметил, что сейчас сборная Казахстана входит в тройку лучших сборных мира. Я наблюдал за несколькими боксерами и могу сказать с уверенностью, что есть потенциал у карагандинцев. К сожалению, фамилию я не запомнил, но думаю, эти ребята в будущем смогут добиться результата и стать чемпионами мира и Олимпиады. Что касается стиля ведения боя, кубинский специалист был слегка удивлен движением наших боксеров. Уровень умения двигаться по рингу у карагандинцев практически такой же, как и у кубинцев. Это порадовало и даже слегка напугало специалиста. Что касается самого турнира, то у нас в стране о нем знают, и он считается почетным, так как в нем всегда принимают участие мастера. Здесь дрались победители Олимпиады, чемпионы мира. Первоочередная задача кубинцев – это обкат молодых бойцов. На турнир памяти Галыма Жарылгапова приехали молодые ребята, поэтому задача победы перед ними не стояла, а главное – практика с хорошими боксерами. Сын Галыма Жарылгапова Нургазы считает, что этот турнир в свое время открыл для наших боксеров дверь в мировую арену. Все знали, что кубинцы превосходные боксеры, и многие боялись выходить с ними на ринг. Но после выхода на один ринг с кубинцем наши поняли, что могут дать им бой. Это очень важный шаг для спортсмена. Через это проходят не только ваши, но и наши боксеры, когда молодой спортсмен выступает с именитым. И молодой боксер должен преодолеть этот психологический барьер, иначе он не сможет выступать дальше. В этом году турнир памяти Галыма Жарылгапова проходит уже в 30-й раз подряд, и каждый раз эти соревнования проходят на высшем уровне. На этом турнире боксировали все олимпийские чемпионы, в том числе и Савон, трехкратный олимпийский чемпион, и Киндалан, двукратный олимпийский чемпион, и Ромеро боксировал, и Серик Сапиев, и Гена Головкин, и Маскаев Олег. Можно всех наших олимпийских чемпионов перечислить, которые, ну, казахстанцев, которые боксировали на нашем ринге. Вот это называется итог. Поэтому, когда приезжают кубинцы, это, ну, примерно, если бы на футбольный матч приехали бы бразильцы. Финальные бои за звание чемпиона турнира памяти Галыма Жарылгапова состоятся в предстоящие выходные. Победитель получит автомобиль. Напомню, бои проходят в центре бокса имени Серика Сапиева. Куатшан Шарбаев, Дмитрий Оборок, Артем Ковалев, 5-й канал.